Всем привет! С вами снова Шарт, и мы продолжаем проходить игру Врата Бальдура. В прошлый раз мы сумели остановить убийц, которые должны были убить герцога. Но ведь надо остановить самого Влади, того, кто отдал приказ. Ну что ж, нас ждет веселая поездка. Да, фу, какая поездка, походу. Итак, друзья мои, мы начинаем. You need me? I'm here to help. I serve the flaming fist. Балр, где ты был? У меня было какое дело было дома. Но боюсь, что это самое дело привело меня во врата. Ну, тогда держи свою голову пониже. Иначе я тебя отрежу. Глупец. Люди говорят, ты убил лидера Железного Трона. Огромнейшие деньги назначены за твою голову. Ты это понимаешь? Цена за мою голову? А почему ты не собираешься ее взять? Проблемы в самом пылающем кулаке Балра. Огромные проблемы. Герцог Элтон заболел. Аскара убили. Возможно, во время обычного ограбления. Но я сомневаюсь. Это все Энджела. Он пытается захватить власть. Захватить контроль над пылающим кулаком. И то, учитывая то, что Скар теперь вне ситуации, уже ничто не может его остановить. Я видел, как он ходил в Железный Трон. И это мне совершенно не нравится. Среди нас есть те, кто все еще лояльны Элтону. И повезло тебе повезло, я один из них. Пожалуйста, ради тебя и ради нас всех, держи голову пониже. И если тебе выпадет шанс, покопайся вокруг базы Железного Трона. Если ты найдешь способ поболтать с герцогом Элтона, еще лучше. Но они держат его в штаб-квартире. Черт подери. Анджела заплатит за это. Я надеюсь, очень скоро. Скорее, парень, чем ты думаешь. Итак, а теперь давайте взглянем на то, что нам досталось. Похоже, нам еще и перепали такие вещи, как приглашение. То есть мы можем пройти в герцогский дворец без особых проблем. Ну что ж, пора действовать. The hero is on the job. Приветствую. Полагаю, что
Вы пришли во дворец Ремек для коронации Саривока? Ну что ж, мне нужны ваши приглашения. Конечно, вот ваши приглашения. Могли бы вы нас пустить? Мы спешим. А, не будьте такие нетерпеливы. Дайте взгляну на эти бумажки. Они были настоящими. Ну что ж, вы можете пройти. Yes. You must gather your party before venturing forth. I serve the flaming fist. Не могли бы вы мне показать свои приглашения? Вот ваши приглашения. Большое спасибо. Вы можете теперь пройти. Ага. You've a task? Olsa? What can I do to help? Maybe? It's already done. Итак, все гости прибыли, и мы можем начать церемонию, которую все ждали. As all of you know, this is a special occasion for the city of Baldur's Gate. Как вы все знаете, это особый случай для врат Бальдура. Пришло время новому человеку присоединиться, получить звание герцога, верховного герцога. Я не хочу отменять ту трагедию, которая произошла из-за потери Энтера Сильвершилда. Но это не время, чтобы грустить. Но это не время для скорби. The votes have been tallied from those submitted by the landowners. The result was nearly unanimous. Голоса были подсчитаны, голоса всех владельцев земли были подсчитаны. Результат был почти что единогласным. What of Duke Elton? Has his condition improved at all? If he dies, who will replace him? Что насчет герцога Элтона? Его состояние улучшилось? Если он умрет, кто его заменит? What about the rumors of Arm mobilizing for war? Why aren't we preparing for war? А что насчет слухов по поводу мобилизации в Амне? Почему мы не готовимся к войне? With our iron shortage, how are we to defend ourselves? Who will give us the iron we need? С нехваткой железа, как мы должны себя защищать? И кто нам даст это самое железо? What of the Centaurum? I've heard that they may be somehow involved. А что насчет джентов? Я слышал, что они могут быть каким-то образом вовлечены во все это. I believe that Elton was poisoned by members of the Shadow Thieves. They're obviously trying to kill our leaders. Я верю, что Элтона отравили теневые воры. Они определенно хотят убить наших лидеров. All of your questions will be answered in due time. You need not worry. На все ваши вопросы будут даны ответы, но в свое время. Не беспокойтесь. Entar was killed by shadow thieves, agents of Arm. If it isn't obvious to the rest of you, it's obvious to me. Arm wants a war. Entar убили теневые воры, агенты Амн. Если это не очевидно для вас, то это очевидно для меня. Арм хочет войны. The evidence we have about Entar's murder does resemble the work of the Shadow Thieves, but... Доказательства, как убийство... Доказательства на месте преступления, на месте убийства Энтера похожи на работу теневых воров, но... Resembles? That's ridiculous. The signature left behind on the body was the mark of the Shadow Thieves. Are you blind and stupid woman? Похоже, это нелепо. Знак, который оставили на теле, был знаком теневых воров. Вы слепая и тупая женщина. If I may continue,
The signature left behind was very blatant and could have been put there to mislead all of us. Если вы мне позволите продолжить. Знак, оставленный позади, мог быть подделкой. Его могли подложить, чтобы отвести подозрение. Очевидно, розыгрыш над ним. Я удивлена, что они все по этому вопросу все еще болтают. Who would want to mislead us? Кто хочет повести нас по ложному пути? Perhaps I could interject something before this meeting degenerates into meaningless bickering. Может быть, я могу вмешаться? Может, я могу вставить слово, прежде чем эта встреча дорастет до бессмысленного препирательства? Мы здесь собрались, чтобы приветствовать нашего нового верховного герцога. Может, мы к этому приступим? Представляю вам нового верховного герцога, Саривока Анчева. Это честь для меня, находиться здесь перед таким уважаемым собранием благородных людей. Я принимаю мою новую позицию с полным осознанием моей новой ответственности, ибо их будет очень много. Первым делом я хотел бы ответить на многие вопросы, которые были заданы ранее. Слухи о мобилизации Амна к войне правдивы, как и вмешательство их друзей из Жентарима. Но не беспокойтесь, мы можем себя защитить. Хотя недавние попытки жентов лишить нас самого полезного ресурса войны, железа, пусть они нас ослабили, но они нас не обезвредили. Когда мой отец был недавно убит, я унаследовал контроль над западной ветвью Железного Трона. У них огромное количество накопилось железа. Достаточно для того, чтобы для наших потребностей. Я дам это городу, к вашему, если вы этого хотите. К сожалению, наши лучшие командиры, один из наших лучших командиров лежит на смертном ложе. Это печальный удар для всего города. Чтобы убедиться, что пылающий кулак будет готов, я принимаю контроль над этим наемничьим отрядом. С разрешения его исполняющего обязанности командира, Анджела. Wait one moment. That is not in your power to decide. Подожди-ка, это не в твоих силах решать. Shut up! Let Saravok speak! Заткнись! Позвольте говорить Саривоку. Вместо того, чтобы ждать, чтобы с нами начали войну, мы обрушимся на них. Силами пылающего кулака мы должны с легкостью захватить город Нашки и быстро укрепить позиции в горном перевале через облачные скалы. Что? Кто посмел вмешаться? Жалколес? Can I help you? Nature's servant awaits. Yep. What is it this time? Thank you.
possibly Frosty. By your command, you've a task. What can I do to help? You have need of me? You need me? Is a job for me. Нам повезло, что такие храбрые люди вроде вас вмешались на нашей стороне. Мы что-нибудь можем сделать вам для вас взамен? Гляните в дневник Саривока, просмотрите его хорошенько. Саривок, кто пытался убить вас, убил Энтера и почти убил Элтона. Я взглянул, но если вы ошиблись, наказание будет суровым за ложное обвинение. Анжела, эти люди, те, кто пытали, кто виновны в нескольких убийствах, убей их. Этих людей не тронут, пока я не закончу чтение этих документов. А тебе и не нужно читать эти документы. Но раз ты так слишком туп, чтобы послушать меня, я возьму твою голову. Yes! That's really not in. Run as you will. You cannot hide forever. Мы с тобой не закончили, Балрог. Я убью тебя, так же, как я убил Грайана. Единственный способ для тебя жить в мире и покое, если только ты меня убьешь первым. Но это можно с радостью организовать. Попробуй. Enthusiastically. Yes, I'm here to help. Я думаю, что в ваших интересах найти Саривока и убить его, прежде чем он сделает то же самое с вами. Я думаю, вы правы. Единственная проблема, которую у нас осталась, это найти этого ублюдка. Благодаря силе моего бога, я смогу вычислить его расположение. Подождите минутку, я скажу вам, куда он направился. Его телепортировали в гильдию воров. Я открою портал туда, куда он отправился. Оттуда вы сможете высадить его и убить. Удачи! Что за дела? Похоже, что все врываются в гильдию воров в эти дни. Сначала большой бронированный чувак, а затем ты. Лучше расскажи мне, что вы тут задумали. И побыстрее, иначе у тебя будет множество проблем. Мы выслеживаем Саривока, большого типа в броне. Куда он делся? Он пошел по лестнице вниз. Он так спешил. Если ты зайдешь за ним, тебе лучше приготовиться получше, чем ты выглядишь. Внизу хранилище воров, и они очень опасны. Поговори с Черной Лилией там, в хранилище у лестницы. Она даст тебе кое-какие товары. Она, точнее, даст тебе неплохую цену за снаряжение.
Я слышал, что она продает какое-то магическое барахло. Не, внизу там не хранилище, там лабиринт большой. Unless you are evil, then have much fear, all the fear. You need me? Your end shall be quick, if you let it. Трижды будь ты проклят. Я не знаю, кто ты, но если ты с этим уродом, который подрезал меня, можете отправляться прямо в Аид. Духи те, кто пусть духи те, кто построил этот лабиринт, убьют тебя. Ты ранена? Кто с тобой это сделал? Кто? Саривак. Я узнала его. С того момента, когда я была... исследовала базу Железного Трона на днях. Со мной будет все в порядке. Он спешил, чтобы... вместо того, чтобы... хорошо надо мной поработать. Своё благословение. Выследите его. Ты могла бы меня провести лабиринт, чтобы я его мог найти? Ха! Нет. Определенно нет. Я не займусь. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь вышел из этого лабиринта живым. Не то, чтобы никто не выжил. Но могу поспорить, что ты можешь туда войти в ритме вальса. Без особых проблем. Да, сэр. Я просто подожду здесь, и чтобы услышать хорошие новости. Я не желаю встречаться с мертвецами, чтобы... это все... которые здесь живут. Не со слизнями, которые чистят этот лабиринт. Надо... надо передохнуть, понимаете? Куда он ведет? Правда, не знаю. Хотя говорят, что существует город под этим городом. Какой-то археолог, умная сволочь, маг, мог бы вам рассказать побольше. Но это не настоящий город, как вы понимаете. Просто останки. Неудивительно, воистину. Если основание врат Бальдура на чем-то стоит, то похоже, что что-то было здесь раньше. Не, нет дела до этого. Ничего, кроме мертвецов, там нет. Двигай. Я понял. Приятного отдыха. Да, и к черту. И уверен... и просто преподаю Сариваку хороший урок. И дай ему хорошего пинка. С удовольствием. I'm here to help. И вот это одна из тех причин, по которой мне нравится иметь дело с Виконией де Вир. С удовольствием надавать всем пинка. For justice!
We've fallen! Possibly Frosty. For sure! Dare! Run if you wish. You'll not get far. What you want? Yes, at once. What can I do to help? Lilalurl! For sure! You need me? The hero is on the job. You ready? I'll do it. It's already done. Uh-huh. Cactus Pulcan. Incarcus. Yes. Incarcus. What is it Pulcan this time? What can I do to... Tis a job for me. Run if you wish. For sure! You'll not get far. Ауч! Это должно быть больно. Nature's servant awaits. You need me? What you want? I've done had enough of this. Oh.
Kith, none are better. I care not. I am gone. No! Get no! back here! By your command. Lightsinger, give me power. Yep. Yes! What you want? I've done had enough of this. What can I do to help? Enthusiastically. Die! Lilalul! For sure! You need me? I'm here to help. Good on you if you saved the day. Care not. I am gone. Yep. This way. Yes!
Открою вам большой секрет. На самом деле этот лабиринт имеет два варианта прохода. Один через очень большое количество ловушек. Второй через крайне жестких тварей. Чтобы показать, насколько мы все крутые, мы пройдем по обоим путям. Ничего сложного, правда. There's always more for a hero to do. I should make a list. You need me? Huh? I'm here to help. What you want? I've done had enough of this. Yes. I care not. I'm gone. Gorion would be proud of your actions. What can I do to help? At once. Yep. Gorion would be proud of your actions. Would always tell me a story. You've a task? Olsa? You read my turn to say what you want? You need me? The hero is on the job. I care not. I've done had enough of this.
It's already done. Yes, 'tis a job for me. What can I do to help? Oh, no. Nature's servant awaits. Command. You have need of me? You need me? Shall Calais? Someone. I hope it lasts. Enthusiastically. You've attacked? What can I do to help? You need me? I'm here to help. I care not. This way. Yes! Nature's servant, huh? Give me power.
Yep. I've done had enough of this. What can I do to help? What is it this time? There's always more for a hero to do. I should make a list. You need me? I'm here to help. Care not. This way. Yes. Yep. What can I do to help? At once. Oh, my heart's really not in this. Oh, no! What you want? I've done had enough of this. An open wound in Mother Earth. I would plug it had I the power. You need me? The hero is on the job. Care not. I am gone. Jean Claire? No! Yep, back home, Puffguts would always tell me a story. Huh? It's already done.
What you want? This way. Yes, 'tis a job for me. What can I do enthusiastically? Yep. I've done had enough of this. You need me? I'm here to help. You're at the end of your rope, I'll wager. Ну-ну, я так и думал, что это будешь ты. Ну и семейного соединения устроить, ага. Я знал, что последуешь. У вас течет одна и та же кровь. Ты должен с ним сразиться, иначе он убьет тебя. Когда ему захочется. Не то чтобы это имело хоть какое-то значение. Ты его уже победил. Его планы разрушены. Его союзники убегают. Какие славные цели у них были. Хотя никто не понимал истинное желание за ними. Никто, кроме меня. Вот так. К сожалению, я теперь расходный материал. Но я ожидал не меньше. И какова твоя роль была во всем этом? Почему ты ему помогал, хотя ты знал, что тебя отбросят в сторону в любой момент? Какова была моя роль? Я был наставником Саривока и учил его темнейшим из ритуалов. Если бы ему удалось, без сомнения, я был бы среди мертвых, но мое имя жило бы в его деяниях. Есть вещи вне границ смерти, если ты умрешь правильным способом. Как не оказаться в месте, где обустроить все так? Короче говоря, если умереть правильным способом и в нужное время, то ты сможешь стать частью истории по восхождению нового бога убийств. Ты не поймешь. Ты был создан для влияния на королевство. Остальные могут занять свое место только любыми доступными способами. Ты выбрал не того дитя Баала, чтобы стать его союзником. Человек. Где он спрятался? Я покончу с этим. О, Саривок уже не прячется. Ты лишил его любых иллюзий. Нет уже смысла поддерживать уважаемый облик. Только самые фанатичные или боящиеся его союзники остались с ним. Он соберет ресурсы, какие только возможно, и пойдет дальше. Придумать новый план. Конечно, он знает, что ты должен прийти и сразиться с ним. Но у него есть преимущество в выборе места для боя. Это алтарь в подземелье, где ритуал должен был занять место, но теперь он служит его последним укрытием. Если ты не пойдешь к нему, он убьет тебя, когда ему будет удобно. Ритуал? На что он планировал? Война с Амбом не имеет вообще никакого смысла. Ты должен уже знать его план на данный момент. Ты практически следовал за каждым его шагом.
Похоже, что тебе ведут те же самые желания. Хотя ты их использовал в другом стиле. Нет, война с Амном не была его истинной целью. Сарриок не из тех, кто заработал бы на этом. Резня, вот чего он хотел. При достаточном количестве жизней, погибших с обеих сторон, в первых битвах, чтобы зажечь зажечь пламя в его божественной крови. Он думал, смерть на определенном количестве вызовет начнет процесс восхождения к божественной силе. Может быть, это так и случилось. Кто может сказать? Если у тебя есть божественная дерзость, и ты можешь убивать как бог. Разве никто не скажет, что ты бог? Его планы разрушены. И ты будешь жить, и нести ответственность за все это. Вот. Твое благородство восхитительно. Ты определенно идешь по другому пути, чем Сарриок. Хотя я думаю, будет ли иметь это хоть какое-то значение в конце концов. Оставь меня. Я больше тебе не угроза или кому-либо еще. Я просто отдохну здесь. Yes. Must we wait here? Things stir to the south as we sit. Ну что ж, похоже на то, что мы достигли до конца последнего препятствия на нашем пути. Мы многого достигли на данный момент. И ты вел нас удивительной компетентностью, которую невозможно ожидать в столь юном возрасте, Баур. Мы все доверяем тебе и знаем, что ты нас не подведешь. Гора был бы горд, дабы Паура зайти так далеко. То, что будет в будущем, поставит нас в смертельную опасность. Но никто из нас не отвернется. Но мы последуем, надеясь на лучшее. I am here, so have no fear. Unless you are evil, then have much fear, all the fear. Итак, нам предстоит еще та веселуха. Этот мертвый город будет последней ареной для боя. Но мы это отложим для следующей серии. Спасибо за внимание.